День добрый, панове. Витаю, что у нас сегодня будет солярис. Он, ну, поверьте, солярис, просто он коричневого цвета, он другой, это не моя машина. Не думайте, что это обман. Здесь у нас автомат. Во-первых, автомат, 1.6 мотор автомат. И машина, значит, примерно как моя по возрасту. Пробег у нее, правда, 37-38 тысяч. Чуть больше моей уже набегала. Самое интересное, что это полностью стоковая машина. Здесь ничего не менялось вообще. Стоит стоковый коллектор с катализатором, стоковый впуск. Даже чипа ничего нет вообще. Абсолютно вот оригинальная машина. Мы сейчас вот, я уже начал разбирать, пока она остывает. Мы будем смотреть. Мне вот интересно, как с автоматом. Какая будет разница? Автомат, коллектор. Понимаете, я всегда говорил, что немножко коллектор вот такой зажатый, узкий, когда очень близко катализатор. Все это препятствует наполнению. Мне кажется, что немножко, может быть, что-то и будет. Мы что-то увидим сегодня удивительное. И пока она остывает, расскажу про такую штуку. Я уже много раз говорил, что очень сильно на расход топлива в машинах влияет аэродинамика. И вот владелец сделал такую интересную вещь. Он заказал вот такую юбочку, которая крепится снизу под бампер, именно в Солярис. Такая, это резиновая юбочка, такая мягенькая, вот такая вот хорошенькая резиновая юбка. Она крепится снизу, и ее призвание в том, чтобы отсекать воздушный поток именно снизу, который не пускать под нечь, немножко успокаивать эти возмущения снизу. Это, собственно, должно как бы улучшить аэродинамику машины и снизить расход. Я всегда говорю, что такие вот вещи, особенно в больших внедорожниках, это литр-два расхода даже бывает. Как будет на Солярисе, мы проверим просто чуть позже. Сегодня у нас задача не в этом. Ну вот, портнамбер, номерок, можете посмотреть, пожалуйста, кому интересно. Стоит оно буквально копейки, небольшие деньги. Конечно, любители оффроуда или езды по зимним сугробам, конечно, такие вещи любят снимать. Но я лично считаю, что особенно у нас Минск в последние годы чистят очень хорошо. Я считаю, что экономить круглый год топлива на самом деле интересней, чем иметь какой-то дикий угол въезда, который, на самом деле, это же не внедорожник, это городской хэтчбэк. Зачем ему огромный угол въезда? Зачем нам закладываться на заезды на бордюрах? Лучше просто не нарушать правила, ездить аккуратно. Бордюры в городе, как я все время повторяю и говорю, они не просто так. Они предназначены как раз для того, чтобы ограничивать заезды автомобиля на них. Изначально, как давно, по крайней мере, они для этого придумались. Поэтому вот такую штуку резиновую, честно, я вот сейчас даже загорелся взять ее себе поставить, провести эксперимент. Мы с владельцем, надеюсь, когда-нибудь это дело обязательно сделаем. Мы поедемся по кольцевой, кружочек с ним, кружочек без него. Попробуем именно протестировать эту штуку. Сегодня просто уже не успеем. Вот. Но вообще вещь очень интересная. И, ну, во-первых, проверим эту всю теорию, работает ли она, да? И попытаюсь это все показать именно вам, чтобы вы поняли. Мне даже... Я почему-то уверен, что разница будет. Мне вот просто интересно, сколько. Сколько мы сможем намерить. Вот. Но это будет потом. Сегодня мы будем смотреть, собственно говоря, в поршневую нашему солярису с 1.6 мотором. Владелец на самом деле просто вот обычный человек, обычный владелец Соляриса. Он не заморачивался, вот как я рассказывал в своих видео, с ездой, там, с открытым дросселем. Он на момент покупки этого машины таких фокусов вообще, в принципе, не знал. Он ездил, как ездят все у нас в стране, в народное население. Плюс в этой машине стоит автомат, на котором открывать дроссель постоянно, ну, гораздо сложнее. На самом деле это трудно делать, потому что автомат постоянно дергает, переключает. Надо приноровиться именно ловить вот это открытие, там, 50%, 60% открытия нажатия педали, чтобы максимально открывать дроссель, при этом автомат не переключался. Это довольно трудно и сложно, поэтому на этой машине просто ездили. И давайте посмотрим в Солярис без волшебства, на котором просто ездили с автоматической коробкой. Здесь тоже, правда, 1.6 мотор. Я уже свечи выкрутил. Ну, тут очень просто. Давайте вот их посмотрим, как они у нас выглядят. Так. Это свеча вот первого цилиндра. Вот обратите внимание, да? Состояние, ну, просто огонь. То есть нигде никакого налета нету, ни на резьбе, ни рядышком, ни на электродах. И если посмотреть остальные свечи, вот второй цилиндр, да, вот обратите внимание, да, ну, просто огонь. Где-то найти, чтобы какой-то хоть намек на какой-то, не знаю, налетик, где-то какую-то копоть, сажу, здесь нету и близко. Давайте посмотрим остальные, я сразу так скопом их возьму, потому что на самом деле разницы в них никакой нету. Все абсолютно одинаковые свечи в отличном состоянии. Так и лежали. Так, ну и давайте смотреть, собственно, в цилиндры полезем. Начнем с первого. Самое сложное — засунуть сюда камеру. Так, ну что, попали. Ну, состояние, сами ребята видите, да? Ну, это не налет. Ну, по крайней мере, ну, не масло. Так, ладно, давайте вторую посмотрим. Ну, вот прям налета такого дикого я не вижу.
Но в обычном состоянии. Номеров не видно? Но маркировки нету. Но я бы не сказал, что прямо такой жирный черный масляный налет. Ну просто вот чуть-чуть, может это ржавчина, может быть просто вот чуть-чуть налет. Потому что, ну, вот допустим, здесь по краям видно, что вот металл чистый, да? Ну смотри, вот не знаю, это маркировка или нет, видишь? Угу. Ну что-то видно вот на дне цилиндра. Ну он чистый. Ну такого, что прям налета, я здесь не наблюдаю. Вот такого, знаешь, черного. Вот, ну, да, видишь, по сравнению со Шкодой. По ободку, по всему остальному, ну чистый цилиндр. Ну равномерно, да. Просто, вот именно вот копоти грязи я не вижу. Просто ровно чистый цилиндр. Так, ну и четвертый цилиндр, давайте смотреть в него. Попали. Ну то же самое. Ну вот видно какая-то вот штамповочка по краю. Цыковочки из черного металла. Даже видно, что вот металл блестит. Здесь металл, металл черный на цыковках, да? Ну маркировка может быть не видна. Но именно вот налета я не вижу. Вот чистый цилиндр абсолютно. Даже по краешку, видишь? Может чуть-чуть вот по краешку что-то есть, какой-то налетик. Вот какая-то точечка, видишь, тоже видно, какая-то выштамповка была. Ну здесь какая-то грязь, может быть ржавчина или что-то в этом духе, да? Маркировка не видна, могла просто... Вот, видишь, вот, вот ржавчина упала сверху. Наверное, когда выкручивал резьбу, что-то с резьбы упало, свалилось. Но, ну, маркировки не видно, но, опять же, могла просто выгореть. Я не знаю почему, может, не видно. Ну, какой-то легкий, может, налетик присутствует, опять же, потому что ты не открываешь. Но именно масляного налета такого черного, жирного, я здесь не наблюдаю. Абсолютно чистый, нормальный. Посмотрели вот сейчас еще раз, вот 1.6 с автоматом в мотор, корейский. 30, еще раз скажу, 37? 37 тысяч пробега. Ну, по-моему, ну, идеальное состояние поршневой. Вот. То, что видно маркировки, мне трудно сказать, почему. Ну, просто на внешний вид именно такого жирного, черного масляного налета я не вижу. Потому что, может быть, чуть-чуть какой-то налетик есть, но, опять же, это автомат. И вот как я вот всем говорю, что вы хотите иметь чистую поршневую группу, да, давайте хорошее давление, давайте температуру самоочистки повышать. На автомате сделать труднее. Может быть, чуть-чуть поэтому какой-то именно от сгорания топлива вот такой налетик может есть. Но опять же, по свечам, вот если посмотреть, вот опять же, по всем свечам, если пройтись, свечи чистые. На свечах ни на резьбе, ни на изоляторах, ни на электродах нету никакого даже намека на налет. Понимаете, это тоже на самом деле много о чем говорит. И вот именно работа поршневой группы здесь, на мой взгляд, отличная. Просто отличный мотор в отличном состоянии. Сейчас вот потому, что я увидел. На самом деле, ну просто пропасть, небо и земля с тем, что я видел на немецких моторах. Можно много рассказывать. Это Солярис, мы его не искали специально, просто владелец. Давай посмотрим, я переживаю за свой мотор. Приехал посмотреть. То есть он не хвастаться приехал, а именно посмотреть из любопытства. И вот такое состояние, 38 тысяч. И мотор в стоке. У мотора стоковый коллектор с катализатором, зажатый такой. Глухой коллектор, коротенький, маленький. Это у меня стоит паук еще, тоже можно как-то объяснить, что у него паук стоит, он педаль в пол нажимает. Да, у меня там чистая поршневая, я там, блин, педалирую, постоянно открываю дроссель, все такое. Паук еще способствует хорошему наполнению. Понимаете, ну здесь, во-первых, автомат, во-вторых, стоит все стоковый паук, стоковый впуск, ничего вообще не менялось, абсолютно стоковый мотор. И вот вам, пожалуйста, да. Ну, что еще говорить? Ну, вот так вот, ребят. На этом все по корейцам пока. Надеюсь, посмотрим еще как-нибудь двоечку. Все, до новых встреч, до побольшения.